В России жулики и бандиты переместились в административные кабинеты. Они теперь и префекты, и правоохранители, да кто угодно. И отжать бизнес могут у любого. Тем более, если владелец бизнеса – оппозиционер. Михаил Вестицкий – фигура для них неприятная. Поющий десантник и бизнесмен, наделавший много шума в период подготовки акции 6 мая. Тогда акция не удалась, но чиновники затаили злобу и решили отомстить. Снести здание по адресу Новочеремушкинская улица, 19, где много лет располагается кафе и автомойка Вестицкого и его друзей-десантников. 13 декабря 2012 года в 6 утра началась дерзкая спецоперация по сносу оппозиционного гнойника. На всякий случай мы подали в суд и получили, решение арбитражного суда города Москвы признать незаконным действие судебного пристава-исполнителя Гагаринского ОСП Бакаева по сносу принадлежащего центр «Профит» здания по адресу Новочеремушкинская, 19. То есть у нас есть решение суда. Они можно сейчас... адрес снять, кстати. Вот, вот адрес, вот, да, Новочеремушкинская, дом 19. То есть они сейчас пришли нарушать решение арбитражного суда города Москвы. Вот те документы, которые я видела, совершенно не свидетельствуют о том, что подлежит слову именно этот объект. Наоборот, они свидетельствуют, что приставы должны найти какой-то другой объект. Больше того, производство уже 5 лет, оно уже давно закончилось, и сейчас исполнять его они уже не имеют права. Срок действия исполнительного листа прошел. Что они ломают, совершенно непонятно. То есть вот в данном случае, конечно, вот это вот все вот эти действия опять придется обжаловать. Но вот к этому зданию они прикоснуться не могут, это незаконно. Два автобуса с ОМОНом должны были обеспечить силовое прикрытие, а для фактической реализации плана на «Газели» без номеров привезли бригаду трудолюбивых мигрантов. Последние готовы трудиться в любое время суток. Как не поработать, когда сам Путин пообещал дать им российское гражданство, как выходцам из братских республик СССР. Но братание с десантниками не получилось. Броню выйти, шапку можно поднять? Откуда? Там есть? Вырос, не лечит. Бывает ситуация. Че так говорить? Представители префектуры оказались неразговорчивыми. Бродили вокруг дома, как одинокие гормоны. Представитель подрядчика включил дурака, делая вид, что не понимает незаконность своих намерений. Друг, скажи мне, как человеку, а какого, для чего судебный пристав сюда приезжал в прошлый раз? Сносить. Ну. И вот если признаны как? Незаконный. Нет, там, я не опять знаю. Нет, да? Нет, надо полное решение. Вы, да, вот тебе только что... Это результативный там. Тебе только что сказали, признай действия пристава незаконным. Адвокат Виолетта Волкова, проехавшись по инстанциям, вернулась с ошеломительной новостью. Оказывается, судебные приставы вообще ни при чем, а действия префектуры – криминальная самодеятельность, граничащая с банальной уголовщиной. Центральную зашла в отдел по исполнительным производствам. Соответственно, сразу к начальнику. Там по нашему делу уже шуршали. Вот, соответственно, ну, после того, как я, видимо, отзвонилась еще туда. Значит, что мне сказали? Картина какая. Якобы местная префектура отправила в службу судебных приставов запрос на присутствие сегодня здесь судебного пристава, начиная с 6 утра. Якобы здесь будет производиться снос строения. Но судебный пристав якобы и не планировал здесь появляться. То есть я так понимаю, что если бы снос удался, судебный пристав бы появился и все оформил. А так как не пошло, то судебный пристав абстрагировался и решил, значит, даже здесь не появляться. Ну, потому что пошел шум.
Вот, соответственно, мы о чем договорились? Значит, она, руководитель отдела, ходила к руководству службы судебных приставов, ну, потому что ситуация достаточно острая, вышла из-под контроля, видимо, у кого-то. Может быть, даже и не в ССП, может быть, они и правы, потому что я здесь ничего не могу сказать. То есть, может быть, это, скорее всего, даже отсебятина префектура. Вот. И после этого, значит, мне было сказано, что сейчас Гагаринский занимается всем этим хозяйством. Значит, сейчас сюда приедет замначальника службы судебных приставов, то есть даже не наш судебный пристав, который здесь исполняет, приведет постановление о приостановлении исполнительных действий. Вот, значит, и, соответственно, после этого мы будем решать вопрос первый по исполнительному производству, самому исполнительному производству, которого не должно быть. Значит, потом я очень рекомендую получить бумаги по тендеру, признать этот тендер недействительным. И есть все основания для такого признания. Вот. И третий момент – это возбуждение уголовного дела, подача заявления на префектуру, потому что там есть 286-я и подача заявления на полицию, потому что здесь есть состав, они вмешались в гражданские правоотношения. ОМОН и эвакуаторы уехали. Представители криминальной префектуры испарились. Дом удалось отстоять. Но это пока. Ведь очередное обострение административных бандитов не заставит себя ждать. К сожалению, не каждый бизнесмен в России десантник. Но наступили столь отмороженные времена, что, похоже, осваивать приемы десантуры придется каждому, кто хочет вести дела в этой забытой законом стране. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Мы отдали честь честным людям. Мы честным людям отдали честь. Вообще по чесноку. А что это так быстро свистали?